какие преимущества имеют пластик-воздуховоды? Первый – это, конечно, отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. А второй – это высокий КПД, то есть низкое сопротивление воздуху. Также при разрезании пластиковых воздуховодов не возникает шероховатостей, как на металлических воздуховодах, что также не вызывает статического сопротивления движению воздуха в системе. То есть, третье – это антикоррозионность. Абсолютная неподверженность коррозии делает монтаж пластиковых воздуховодов выгодным, а его службу долговечной. Четвертое – обработка пластикового воздуховода антистатическим составом не позволяет пыли оседать на его внутренних стенках, что гарантирует выполнять редкую очистку самой системы вентиляции и тем самым экономит на сервисном обслуживании. Пятое – это, конечно, высокая прочность. Шестое достоинство – это небольшой вес. Седьмое достоинство – это легкость монтажа. Восьмое – абсолютная безопасность для здоровья, так как пластиковые воздуховоды не выделяют в окружающую среду вредных компонентов. И последнее достоинство – это умеренная цена. Ну и давайте подведем резюме, что благодаря своим отличным техническим характеристикам пластиковые воздуховоды завоевывают все большую популярность, оставляя позади металлические воздуховоды. Удобный и нетрудоемкий монтаж пластиковых воздуховодов позволяет выполнить работу без лишнего шума, мусора, неудобства, расходов и в кратчайшие сроки.